Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый день, доброе утро, добрый вечер, доброе время суток. Сегодня буду объяснять, как ISO, вот это вот 19.041, ну или какой-нибудь что-нибудь повыше, где взять и где достать. Так, секундочку. Есть два сайта. Об них, конечно, мало кто знает. Ими пользуются в основном те, кто вам раздает, может кто-то продает, ну и все остальное. Ну, сами понимаете, дальше не буду объяснять. Вот. Есть второй сайт. В принципе, если так посмотреть, они, в принципе, ничем не отличаются. Это архив и это архив. Вот здесь просто сайт официальный от, не могу вспомнить, блин, не помню, ну ладно, бог с ним, не об этом разговор. Просто сайт, и они, у них доступ, ну сами посмотрите, 58 килобайт, это, ну, это многовато слишком. Вот здесь можно что выбрать, сборку какую нам надо или вам надо, например, скачать, а потом инсайдерскую можно скачать, любую. Вот видите, как не так уж и много, можно сказать. Вот что сейчас рекламирует то Офис, тут же можно также и офис скачать. Заметьте, бесплатно. 10-й год. О. Также можно, ну и в принципе вот так вот программное обеспечение можно. Вот какой можно скачать, например, февраль 20-й год. 20.1. Вот, ну, в принципе, это все, что здесь можно сделать, это по возможности. Так вот, например, выбираете Windows 10, потребитель или бизнес, там определяйте сами. Здесь русский делается, ну и реалист какой, смотрите, 86 или 64, вот они, выбираете. И вот здесь у вас ссылочка появляется, качаете, и вы скачиваете браузером или Дональдсом. Ну, я не знаю, в наше время сейчас с Нового года как запрещено эти МТС, да всякие, можно сказать, теледвушки запретили работать полностью по Российской Федерации, ТРНом пользоваться. Так что, ну, надо покупать отдельно сим-карту, не телефонным модемом, а, ну, как сим-карту, специальный пакет покупать, а пакеты стоят, что-то я смотрел, от 700 до 1500, ну, и там всего там что-то, ну, 20, что-то 30 гигабайт, ну, кто сидит в компьютере, например, как я, 20-30 гигов, для меня это два раза плюнуть. 3 дня работы, 4 дня работы, и нету, до свидания. Если так просто пошариться и все, больше ничего не делать. Вот, в принципе, это здесь вот этот сайт запишите обязательно, это официальный сайт. Вот я вам его скину, под видео будет сразу же. Здесь совсем делается по-другому. Здесь официальный сайт от Microsoft. Это полностью архив идет. Здесь очень мало, конечно, но очень внушительно. Окончательная версия то же самое. Ну, я не знаю, как у вас, но у меня работает в данный момент сейчас браузер Яндекс. Может, у кого-то другой, но пока мне довольствоваться нечем. И переводчика у меня так толкового нет, так что вот так вот она как бы мне не мешает. Вот, смотрите сразу вот окончательно. И здесь валом
смотрим, какую нам надо качать. Вот я вот сегодня вот эту версию скачал уже и установил. Вы сами видите, уже как бы работаю с нею. Сейчас даже покажу. Вот еще программка небольшая такая есть, обалденная тоже, от этой же Microsoft. Сейчас мы найдем что-нибудь. Прям изумительно. Сейчас мы что-нибудь найдем. Я уже забыл, правда, как это делается. Нет, не здесь. Блин, честно забыл. Вот она. Ну вот, смотрите сразу. Вот он, сборка. 1941. Я уже пользуюсь ей. Не забудьте, если что, скачать эту программу у меня с ключами. Там, ну, видео увидеть. Там есть у меня видео, найдете. Вот. Программа довольно неплохая. Все, что есть в Windows, так что можете все пораскрыть, все посмотреть. Для, ну, ключи везде. И можно все скачать, она как бы нормально. Дальше продолжаем, выбираем язык. Вот руру, русский, надеюсь, мы все русские. Все издания, это все издания, это там, ну сколько там, 6-8 десяток сразу будет. Ну вот он, ISO, и вам сразу вот под... выбираете. Но я здесь почему-то выбрал 86. Выбираем, может быть, любую. Здесь также можете не окончательную, инсайдерскую можно выбрать, то же самое, смотрите. Аж до глубокой осени, ёптели мать, смотрите, сколько валом. Ну вот, вот так вот можете, кто позаниматься хочет, что там у нас еще есть. Ну и накопительное обновление также можно выбрать, какую нам КВ там, и КВ, МВ там, или еще что-нибудь, какие. У кого какая-то версия. Советую, конечно, лучше Яндекса смотреть. Ну вот. 19.09. Ну и вот. Можете накопительное обновление. Здесь можете смотреть. 19, там 41, что там. Ну, это накопительное обновление. Ну вот, в принципе. Так, что я сейчас хочу показать вам, как это делается, чтобы так, ну так вот делаем, потому что у меня уже одна есть. Язык весь не надо нам, там слишком куча будет. Если русский, значит русский. Тык-тык-тык-тык-тык-тык, русский. Все издания. И вот берем вот так вот. Закрываем. Желательно, чтобы интернет у вас работал хоть как. Вот они, загрузки у меня. Ну вот она. А запуск от имени администратора. И о, забыл. И это надо выключить. Приостанавливать защиту. Продолжим. Вот, ну и он попер. Посмотрим. Ну, поехал. Ну, до конца я не буду, так как я уже ее скачал. Она у меня уже якобы есть. Она мне не нужна уже. И вот, вот так вот можете постоянно скачивать десятки свои офисы, ну и все остальное. Пишите, не стесняйтесь, звоните. Так, здесь вы можете на этом же, в YouTube у меня все, что здесь написано, что видео там подкидано.
вот почта, вот она вторая почта, вот Facebook. Можете даже зайти ко мне в Одноклассники. Ну, в основном я в Фейсбуке и на почте. Пишите, что, как и где, что, чего. Где-то, если в каких-то программах, вот, например, вот в этой программе нет у меня ключей, я буквально сегодня уже сделал, положил ключи. Так, смотрите дальше. Ну, в принципе, все. Пока. Удачи. Приглашайте друзей. Подписывайтесь, делайте как-нибудь, чтобы мне легче было, какие-то программы, чтобы найти, или что-то, ну, что-то по сути дела, например, вы поделитесь, например, делитесь видео, это вообще для меня это великолепно будет, если будете распространять видео по соцсетям, например, вот у меня вот в Одноклассниках их там куча целая. Я туда закидываю, там то Москву, в Ленинград, там и ну, по всей России и даже за рубеж закидываю. Ну вот. Ну ладно, удачи всем. Еще раз, до свидания. Пишите почту.